На сегодняшний день в Краснодарском крае играет 33 тысячи детей в детских спортивных школах. Это огромнейшее количество. Для вот этих людей это, конечно, действительно историческое событие. И они будут наверняка передавать из поколения в поколение вот тот факт, что они приняли участие в туре Кубка, что они соприкоснулись с этим Кубком, таким трофеем чемпионата мира 2018 года, и рассказывать всю свою жизнь будет об этом событии. Поэтому это настоящее историческое событие.